В данном видео представлена переноска фирмы Trixi, которая называется Scuda Тройка IATA. Последнее слово которой означает, что данная переноска может помочь вам перевозить животное на всех существующих видах транспорта, включая самолеты. Scuda Тройка выполнена из пластика, а дверь выполнена из металла. Размеры данной переноски 60 на 40 на 39 сантиметров. Обычно переноска приезжает в собранном виде, в таком, в котором вы сейчас можете наблюдать на видео, и ее приходится собирать самостоятельно. Если поднять верхнюю часть переноски, можно увидеть, что в комплекте находится металлическая дверь и крепежи для соединения верхней и нижней частей переноски. Глядя на стык верхней и нижней части, мы не должны наблюдать каких-то больших дырочек, то есть они должны плотненько прилегать друг к другу. Если возникнут проблемы с закреплением вот этих вот деталей переноски, то в инструкции можно найти подробное описание того, как они крепятся друг к другу. Итак, система закрепления верхней и нижней части достаточно простая. В этой части переноски есть вот такие вот пазики. Эти пазики должны попасть в вот эти вот отверстия. Они вставляются вот таким вот образом. Вставляем два крепежа в задней части переноски. На той стороне двери, где нет замка, расположены вот такие вот пазики, которые нужно вставить в отверстие, чтобы закрепить дверь. Я вставляю дверь сначала в нижний пазик, потом приподнимаю верхнюю часть переноски и вставляю в верхний пазик. Теперь можно закрепить передние части переноски. В комплекте идут также вот такие вот крепежи на те части двери, которые открываются и закрываются. То есть крепежи ставятся на вот это место. В данном видео мы представляем переноску, которая называется Gulliver Тройка IATA, которая предназначена для перевоза животных весом до 12 кг. Эта переноска соответствует правилам перевозки животных и стандарту IATA, что позволяет использовать его даже при авиаперелетах. Переноска выполнена из пластика, дверь переноски выполнена из металла. В комплекте к данной переноске идет кормушка. Обычно переноска приходит в разобранном виде, в котором вы можете его наблюдать сейчас на видео. Она выглядит именно так. Мы можем наблюдать то, что лежит внутри. Это кормушечка, которая выполнена из пластика. В данном примере она белого цвета. А металлическая дверь с вот таким вот фиксатором двухсторонним. Интересным является то, что инструкция по сбору переноски расположена вот этой вот части картонки, то есть за названием самой переноски. В комплекте данной переноски идет кормушка, которая крепится на дверь. Отличительной особенностью данной переноски является то, что верхняя часть сначала не надевается на нижнюю, а сперва фиксируются крепежи. Надеваем крепежи, как показано в инструкции. После фиксирования всех крепежей необходимо состыковать верхнюю и нижнюю часть. После этого вдеваем дверь, как показано на видео. Фиксируем крепежи на верхней части таким образом, как показано в данном отрывке видео.
Pull that.